Гражданская оборона приветствует вас! Краткое вступительное слово скажет наш друг, брат и соратник, идеолог радикального национализма русского, редактор главного журнала «Элементы» Александр Дугин. Есть время собирать камни, а есть время бросать их в наших врагов. Есть время строить и время разрушать. Сейчас время бросать камни. Сейчас время разрушать. В Испании... Да здравствует национальная революция! Такое вам и не снилось. Ходит
дурачок, молится, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Брошенная кость, краденая власть, алые ручьи, палые грачи, стоптанная грязь, разбитая пыль, бетонная пыль, проданная даль. Все бы ничего, да только что на уж слишком все хуёво, тесно в раю, тесно в раю, тесно в раю. Пути дорожки, стоптаны на моей земле, повторилась день, будет новый день, ясный светлый день. Сладостная месть, брошенная кость, краденая власть, алые ручьи, палые ручьи, стоптанная грязь, где-то пыль, бетонная пыль, проданная даль. Все бы ничего, да только что-то слишком все хуёво. Тесно в раю, душно в раю, душно в раю, брата в раю. Сумрак, тем светлее поют, чем темнее ночь, тем скорее рассвет, будет новый день, ясный светлый день. Ловлю новый день, новый ясный день, ловлю новый день. Сегодня выхода
бесчестных ребят. Схватить автоматы, убило всех подряд. Или покончить собой, Если с семьей отстреливания за мира. Светлого храма демократии. Все то, что не доделал Мамай, октябрь довел до конца. Октябрь довел до последней черноты, и всем нам нечего делать здесь. Сделал харакири у вас на крыльце, и он истек надеждой тем, чем мог. А все вы остались такими же, Сухарь стоит за спиной, день фута проволока и зимой. На каждом камне отпечаток лица, на каждом лице ожидание конца. Похоже, что это надолго, похоже, что это повадка, похоже, что это уловка, похоже, что это нехватка кого-то еще. Пушая мякоть внутри нас нее, дипни сливи змеёй пулемёт. Стаканы полны набитым дождём, давай посмеёмся. Давай подождём, похоже, что это надолго. Похоже, что это повадка, похоже, что это уловка. Похоже, что это нехватка кого-то ещё. Ключи, проволока и вообще, все, кто лежит на кладбище, всех не хотел на нас все равно, и мы волчим выжирать любое говно. Похоже, что это надолго, похоже, что это повадка, похоже, что это уловка, похоже, что это нехватка кого-то еще. Замокли,
слова истлели, все как у людей. Ботинка. Годы окурки, стиранных карманов, паспорта и пальцы, все как у людей. Как у людей, где свои колеса, прочные постройки, новые декреты, братские могилы. Как у людей, все как у людей. Все, что было, не было и нету. Правильно, ясно. Голое тело нашли, черное тело. Хлопнули двери, гости куда-то ушли. Я не хотела, дохлые рыбы тихо сели на дно и разбрелись. Все бы могли бы, но перестали давно. Займись, в это трудно поверить, но надо признаться, что мне насрать на мое лицо. Ей насрать на мое лицо, вам насрать на мое лицо, всем насрать на мое лицо. Птицы смеются, вдруг замолчали на миг. Надо уметь. Дети дерутся, руки спешат напрямик. Только бы успеть. Кольца и двери, хоть бы остаться в тени. И не дышать. А мертвые звери, как изумленно они, любят лежать. В это трудно поверить, но надо признаться, что мне насрать на мое лицо. Ей насрать на мое лицо.
сердце я и перестал. Твои колени кто-то срубил за поля и перестал. Каждый из простонок любит смеяться и петь, и умирать. А мертвый котенок, он остается терпеть и наблюдать. В это трудно поверить, но надо признаться, что я насрал на мое лицо. Ты насрал на мое лицо. Насрал на мое лицо, все вы насрали мое лицо. Сейчас настроимся, струна порвалась. Раз, раз. Глупый мотылёк догорал на свечке, шаркий уголёк, дымные колечки. Звездочка упала в лужу у крыльца. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Мертвый не воскрес, хворый не загнулся, зрячий не ослеп, спящий не проснулся. Весело стучали храбрые сердца. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Не было родней, не было красивей, не было больней, не было счастливей, не было начала, не было конца. Отряд не заметил потери бойца. 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 Наждачною бумагой приласкайте сердца, чтобы было больше. Ежовой рукавицей проповедуйте любовь, закрыв лицо ладошкой, притворившись безымянным, позабыв вчера и завтра терпеливо постигать веселую науку дорогого бытия. Чтобы было больше, наденьте всем счастливым по терновому венку. Чтобы стало тише, свалите всех на скучий в некий новый бавияр, закрыв ладошкой, притворившись безымянным, позабыв вчера и завтра терпеливо постигать
веселую науку дорогого бытия. Спасибо. Thank you.
причехал гвоздь. Да бы что не сеяно, не прорвалось. Запрещенная рвота и непокорный пульс. Это небо рвется изнутри в кишок. Собрав всю волю воедино, умело тормозит толщу. Гитара ни хрена не играет. Сейчас маленький перерывчик настрою сейчас гитару. Одиночество.
святым пророчества. Вечный рай под кровавой ладошей. Песни остаются шрамы. Раздражение. Раздражение. Через горы по травам и пескам, мимо тихих степных мажорских сел, туда в синей речке облака юный доброволец шел. Юный доброволец шел. Юный доброволец шел. Когда вошел тот китаец молодой, чтоб служение нам помочь, чтоб помочь нам справиться с бедой, гнать американцев прочь, гнать американцев прочь, гнать американцев прочь. Славься наш отважный брат, мы не забудем будни твой. Слава, слава отважным добровольцам, слава нашей дружбе боевой. Слава нашей дружбе боевой! По травам и пескам, мимо тихих степных мажорских сел, к водам синей речки облака юный доброволец шел. Юный доброволец шел. Юный доброволец шел. Продолжение следует...
Надо лишь на скале орбе Только это праздник, все летит в пизду. Слышу, как поет моя великая Родина, снова поднимается с колен моя Родина.
мой великий народ, раздвигай стены, наша гневная мощь. Солнышко зовет нас за собой в поход на гибельную стужу, на кромешную ночь. Вижу, поднимается с колен моя Родина, вижу, как из пепла восстает моя Родина, слышу, как поет моя советская Родина, снова поднимается с колен моя Родина. Просывает цепи мой былинный народ, всем так светло и жарко полыхает заря. От нашего дыхания тает, плавится лед, под нашими ногами расцветает земля. Вижу, поднимается с колен моя Родина, вижу, как из пепла восстает моя Родина, слышу, как поет моя великая Родина, снова поднимается с колен моя Родина. Разгибай спину, мой великий народ, разгибай стены, наша гневная мощь. Солнышко зовет нас за собой вперед на гибельную стужу, на кромешную ночь. Вижу, поднимается с колен моя Родина, вижу, как из пепла восстает моя Родина, слышу, как поет моя советская Родина, снова поднимается с колен моя Родина. Родина! 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 Сейчас построим малыш. Сейчас гитару подключим и продолжим. Раз. Намеченные жертвы, распростертый взгляд, затраченных усилий, захудалый гнев. Через заступом на холодном углу, я седу на колеса, ты сядешь на его.
отрыгнув сомнения, загадав рукав. Нелегко солдату среди буйных трав. Если б он был зрячий, я бы был слепой. Если б я был мертвый, он бы был слепой. Так обыщи же мое тело узловатой рукой. Забери меня, все паралишный покой. Меня не испугает перемена мест. Стукач не выдаст, свинья не съест. По больному месту закаленным швом. Подкрытие ранено сырой землей. Из родной кровати до последний раз. Из крестовой благодати до вас. Колеса, ты сядешь на иглу. Молодой и юный октябрь впереди!
Слава грядущей революции! Не-не-не, манго. Да садись, вон, я тебе буду Грядущая революция. Но она не будет. Скажи, давай сюда. Да, Ты сказал война. Война с кем? Война? Идет изначальная война в течение вот всего человечества, всех столетий, всех веков, между определенных сил двух. Я верующий человек. Ну, скажем, между там ночью и днем, между небом и землей, и так далее. Между адом и раем, между правдой и ложью, скажем так. Ты православный? Да, я православный. Вот. Мы в этой войне принимаем совершенно непосредственное участие. Это идет война совершенно точно. То, что вернулся на сцену сейчас, ну, вот это произошло после октябрьских событий, потому что понял, что мое просто место здесь. Мне было стыдно сидеть дома, вот, когда я видел расстрел Белого дома. Вот, хотя мы были в Белого дома. Это роскошно.
большевиками или сановидами. Ну, вот. Но самый последний день, к сожалению, я просто, меня не было в Москве, когда это было, поэтому неизвестно, где мы были. Может быть, у Останкина полегли, может быть, были бы. Наверняка это шаг белого дома сгоревшего, но наверняка где-то среди наших баррикад. И я ни себе никогда этого не прощу, потому что я не был там. По этой причине просто мы тоже собрались и в декабре поехали. То есть мы начинаем планомерную масштабную войну. То есть мы участвуем в этой войне и будем действовать вплоть до оружия. То есть если надо будет, возьмем в руки автоматы, винтовки, будем воевать. Хорошо. Ты пел, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Да. Я думаю, что Ленин и православие просто несовместимы, понимаешь? Вот я считаю, что коммунизм и православие это одно и то же. Потому что коммунизм, именно тот коммунизм, который должен быть, не тот, скажем, который сделали в течение 70 лет, вплоть до Брежнева, а тот, который должен быть, ничем не противоречит делу православия. Я в этом мнении не одинок, вплоть до православных отцов церкви. Хорошо, но коммунисты... Это идея равенства, братства, справедливости на земле. Они же убивали. Все делается кровью, все идет через огонь, через войну. То есть для того, чтобы установить Царство Небесное, нужно это дело утверждать. Брать грех, скажем, на себя. Есть, скажем, определенная часть людей, вот я, например, к ним отношусь. Я не собираюсь там в рай или куда-то еще. Это война, это мы, солдаты, скажем так, должны на крови, скажем, определенных людей, нас, именно солдат, строится будущее народа, тех, кто придет за нами. Вот, мы за это будем воевать. То есть в этом смысле я, скажем, не христианин, потому что я способен убивать и согласен быть убиваемым на этой войне. Вот, ради того, чтобы дальше за моей спиной, скажем, было детство такое же, какое было у меня. Коммунистическое советское детство. Это, считаю, рай. Просто. Егор, а как ради этого буду воевать? Антикоммунистические убеждения. Вот. Сейчас на это отвечу. Вот. Это не были в прямом смысле антикоммунистическими песнями. То есть моя страшная совершенно вина и беда в том, что я вот когда начинал, скажем, все это вот это, так сказать, творческое, скажем, поприще, когда я туда пришел, была полная уверенность, что то, что сейчас происходит, брежневский, вот, скажем, как я называю социализм, хотя это не является социализмом ни в коей степени, это государственный капитализм, совершенно точно, тоталитаризм этот брежневский, он продлится еще лет 50, на моей жизни хватит. Поэтому война шла против тотальных совершенно каких-то, скажем, символов того времени, вот, во имя утверждения не капиталистических ценностей, отнюдь не демократии, а именно во имя торжества ценностей истинно христианских, истинно коммунистических, скажем так. Моя беда была в том, что я использовал символику именно вот глобальную коммунистическую, хотя имел в виду вот тот порядок, тот режим, который был на тот момент, в данный момент. Вот. В результате чего я потерпел, ну, определенное, скажем, поражение относительно вот прошлого действия. Но надо наверстывать, то есть надо подниматься, скорее всего, в конце концов. Ты сегодня пел «Все идет по плану». Тебе не кажется, что она очень устарела? Да, она устарела. Вот. А как это она устарела? Ну, с одной стороны, она устарела в том смысле, каком она была сочинена. А с другой стороны, многие песни того времени сейчас воспринимаются совершенно иначе. И вплоть до смысла наоборот. То есть, если тогда она носила характер, скажем, иронический, когда я сочинял. Трагично-иронический, потому что песня написана от имени не меня, а от имени простого человека. Вот. То есть, как я ее сочинял, это от имени... Она, в общем, слогом написана не моим. То есть, я специально утрировал определенный, потому что хороший был вождь, дедушка Ленин и так далее. Как бы я сам никогда не сказал. Это как человек приходит домой, сидит за столом, смотрит там телевизор там или так далее, и просто начинается вот такой вот наоборот. Дедушка Ленин такой был вождь и так далее. То есть, песня от имени простого советского человека написана. Что, к сожалению, никто не понимает до сих пор. То есть, она не сработала в том смысле, в котором я хотел. Ее воспринимают от имени меня. И воспринимают в буквальном смысле. Короче, простые советские люди воспитали ее как надо. Ну да, вот это и дело. Буквально смысле. Ну, там же, говорят, собралась целая толпа гопников. Может, они сейчас будут бить людей, которые пришли на концерт. Это не будет война, о которой ты говоришь? Да это все, конечно, будет война. Будет в прямом смысле война. И как ты к этому отнесешься? Что как? Ну вот, к этим войнам. К войнам? Ну как? Это нормально, по-твоему? Необходимое явление. Нет, ну любое действие есть противодействие. Разумеется. То есть ты если нормально? Если есть везде, есть враги, разумеется. Если есть солнце, значит есть, так сказать, мат какой-то. Идет определенная война вот этих сил. Конечно, я хочу, чтобы мы победили. Но сейчас мы терпим поражение на всех фронтах в течение уже, ну, с самого начала, даже раньше, наверное. Если быть точным, мы
терпим поражение на всех фронтах 60-х годов еще. Когда пришли шестидесятники, начался полный развал и деградация культуры, глобальная деградация культуры. Начался скепсис. То есть, вот. А война обязательно подозревает только физическое уничтожение? Нет, война идет на всех уровнях, на интеллектуальном, на духовном, метафизическом, если угодно. Ну, на религиозном, на каком угодно, и на физическом тоже. На физическом это самый низший уровень. На низшем уровне там воюют силы, скажем, ну низшие, скажем. Ну, на всех уровнях идет война. На тебе была война просто наглядная совершенно, на всех уровнях. Сначала на метафизическом, на религиозном, на психическом, на всех уровнях. Вот. Мы терпим поражение сейчас, но... Очень хорошая цитата Мао Цзэдуна, что нужно 100 поражений для того, чтобы один раз победить. Сейчас мы крепнем. То, что сейчас происходит, в принципе, почему мы участвуем в подобных акциях? Происходит совершенно точное и четкое расслоение всей оппозиции. На людей непримиримых, радикальных, на людей новых, молодых, живых, истинно живых. И людей, которые согласны идти на какие-то соглашения... Даже... Давай потом, сейчас дай идти на соглашение даже не с режимом, а с инерцией этой жизни. То есть люди, которые согласны играть по правилам игры, и не имею в виду даже политические там, даже вот, аспекты, не там Жуганов и так далее, а людей, которые просто, в принципе, согласны играть по правилам этой игры. То есть если капитализм хорошо, буду работать в коммерческом ларьке, там, если там коммунизм, буду там подполье или там завод устроить. Есть люди, которые не согласны играть по правилам игр вот этого мира, скажем так. Вот. То, что мы поддерживаем сейчас все эти радикальные движения, это движение людей, которые отказываются играть по правилам этого мира. Анархисты, да. Сейчас возникает совершенно точно, и возможно, что впервые в истории вообще всемирной, это единый фронт между националистами, националистами не гитлеровского толка, а, скажем, Ремовского вот, или Муссолини. Это национал-социалисты, которые коммунисты, скажем, национальной идеей. Вот. В отличие, скажем, от... консервативного капитализма Гитлера, фашизма капиталистического, в результате которого урон миру нанесен такой, что, не знаю, все сионские мудрецы и демократы такого нанести не могут. И вот происходит сейчас слияние сил национальных, именно здоровых, вот, радикальных, слияние коммунистических сил, не зюгановских, не партократийных, старых, а именно пассионарных, истинно живых, непримиримых. И слияние анархистов, радикалов и так далее. Ну, скажем, кого мы являем собой с Лимоном. По этой причине вот сейчас необходим этот фронт для того, чтобы в воздухе зреет просто революция. Видимо, это будет ценой большой крови, но либо мы совсем проиграем, надолго. Я как верующий человек могу сказать, что дело идет, может быть, к апокалипсису, я не знаю, глобальной совершенно, катастрофе экологической, всемирной. Вот либо нам все-таки удастся, не знаю, какими затратами героическими, каким угодно, одолеть в этой борьбе, хотя бы это все дело задвинуть. А ты думаешь, что политика и музыка не зависит? Вся жизнь – это политика. Политика – жизнь неотделима. Политика что такое? Это отношение к жизни, к реальности на всех уровнях. Вся жизнь политична. Не в прошлом смысле политики, а что такое политика? Это отношение к реальности, к своему народу, к определенным вечным ценностям, к культуре своей, корням своим, к чему угодно просто. А ты общаешься с каким-то другим музыкантом? Да, конечно. С кем? Ну как, у меня много всех. Скажем, самое близкое отношение у нас, разумеется, между нашей, скажем, диаспорой. Вот. То есть мы представляем собой нечто вроде боевой бригады, еще начиная года с 85-го, как коммуна. А кто еще наши, так сказать, русские? Сейчас? Вот кроме нашей, нашего движения «Русский прорыв» никто. Раньше была команда ДК, которая распалась, но она несколько на других позициях, больше, чем мы. Вот. Хотя это, наверное, самое близкое к нам было, те, которые были в Москве до 1984 года. А как ты относишься к творчеству Гребенщикова? Очень плохо. Дело в том, что когда я брал у него интервью, он сказал, что хотел бы побеседовать с тобой. Ты ему просто интересен как человек и твои взгляды человеческие. Сейчас с этими людьми не общаюсь, сейчас не собираюсь. Это люди, которые, во-первых, все продали, все предали. Во-вторых, изначально творчество было... не оригинально,
человек, который совершенно циничный, изначально просто переводил там Боба Дилана, Марка Болана и так далее, там, Джима Моррисона и команды типа Pentangle, которые, допустим, у нас в стране никто не знает до сих пор особо. И этим пользовался просто-напросто. Совершенно цинично об этом, чем заявляет открыто, что да, у нас никто не знает, поэтому я это делаю. Ну какое у меня может к нему отношение? То есть, а с точки зрения идеологии, так тем более. Если бы он, допустим, тебе, так сказать, предложил встретиться где-то так. Нет, я могу встретиться, то есть я абсолютно человек контактный, совершенно спокойно могу поговорить, но я не знаю, о чем с ними разговаривать, честно говоря. Какие у нас могут быть общие темы просто? А как ты думаешь, твой прогноз, чем все это закончится? Тоже прогнозов победить? Очень много есть. Не, ну победить мы просто обязаны в какой-то степени. Потому что если мы не победим, просто придет Жириновский или еще какая-то мразь, вот, в результате чего воспользуемся в чем национальными идеями, чем угодно. Просто, и тогда наступит серый кошмар чудовищный, очень надолго, совершенно причем безысходный. И это люди, которые придут в власть. Если придет Зюганов, то это будет серо-розовый кошмар. А если придет Жириновский, то серый кошмар. Причем это люди будут кровавыми руками держаться за власть в течение там, лет 40, пока не умрут. Это будет хуже, чем в Чили. Там, ну да и все тогда. Россию тогда расчленят. Будет югославский вариант. Ну и в принципе, всякая власть это насилие. Всякая власть это насилие, это давление. Нет, дело не в насилии, а дело в политике. Власти. Дело по государственной политике. То есть то, что Жириновский придет к власти, это капиталистические круги совершенно точные. Антипатриотические, которые его сейчас пропихивают. И он просто выигрывает на вот этой, так сказать, идеологии на нашей. Набирает очки, чем дальше, чем дальше. Да, я с ним лично знаком, очень хорошо причем. Вот. Это человек порядочный, я могу сейчас сказать. Это глубоко порядочный человек, честный, порядочный человек. Ты думаешь, не будет никаких напрягов возврата к старым временам? Точно. К старым? Ты что имеешь? Ну, к бывшим, так сказать, посткоммунистическим. Коммунистическим? Типа ельцинским? Нет. Хуже, чем сейчас быть не того, может. Того, что было, ну, допустим, 70 лет назад. 70 лет назад было очень хорошо. Я считаю, что даже брежневский вот режим, это сейчас это благо просто. Это невиданный рай, потому что, ну, по всем статьям, я могу сейчас долго очень говорить, я не знаю, по-моему, очевидно совершенно. И для народа, и для всех. Я не про себя говорю, не про интеллигенцию, которую я крайне не люблю, можно сказать, ненавижу. Но вся эта творческая интеллигенция, такая мразь оказалась в течение вот в русле вот этих последних событий, после октября. А то, что представляет собой наш народ, именно вот народ во всех областях, от крестьян и рабочих, и живых и творческих людей, для них то, что сейчас происходит, это просто смерть. Это происходит политика вымирания, уничтожения нации. Нации не русской, а советской. То есть о советской националисте, вот писал мне, советской нации, потому что за 70 лет сложилась советская нация, интернациональная нация, определенным менталитетом, с определенным духом, с определенной культурой. Не русская, а именно советская нация. То, что сейчас происходит, это происходит уничтожение, тотальный геноцид происходит. Вырождение. Вырождение всех ценностей. Вот самое главное, что сейчас происходит, всех ценностей духовных. Деградация просто происходит. Дальше идти некуда. То есть дальше просто, ну, конец. Видимо, будет экологическая катастрофа, как это обычно в истории бывает, типа вселенского потока и нечто подобное. Запад уже дошел до точки, то есть там уже все, конец, полное разложение. Вот то, что происходит у нас, это была у нас единственная держава, которая ставила кордон к этому наплыву. Вот. И сейчас то, что происходит, это конец практически. Если сейчас не возникнет противодействия, ответной революции, контрреволюции, вот как это называется, ответа адекватных действий на те действия, которые они навязывают нам, то нам просто ничего другого не остается, как я не знаю. Все, смерть. Ну хорошо, если у тебя программа какая-нибудь конкретная. У нас? Да, прям по пункту. Ой. Ну, восстановление советской власти, самое главное, во всех ее ипостасях. Диктатура пролетариата, как в 17-м году. Но по возможности постараться избежать ошибок тех, которые сделали коммунисты, перейдя к власти в 17-м году. Ну, каким образом восстанавливать советскую власть? Да? Каким путем образом? Революции. Сугубо только путем революции, никаких легитимных методов, потому что буржуазия власть никогда легитимным методом не отдаст образом. Никогда. То есть они будут проливать реки крови в октябре, вот эти октябрьские события показали, они пойдут на все, вплоть до уничтожения вообще всей нации, вплоть до ядерной бомбы, то есть, вот, они власть не отдадут. Никогда они не отдавали, никогда они не собираются отдавать. Поэтому только революция. И есть люди, которые могут ее сдержать? Да, могут. Уже есть сейчас?
сейчас есть. На... Так, а кто будет стоять во главе этого нового государства, скажем? Кто бы мог это сейчас? Это не важно, Саша. Это не важно. К власти должен прийти народ. И личности, именно революция должна быть коммунистической. Да, но... Национальная, причем в первую очередь, национальная. Потому что сейчас происходит, это денационализация всей страны, во всех, причем в культурных процессе. В течение последних 70 лет после октябрьских событий революции страной правил не народ? Не народ. А вот сейчас будет надо... править народ? Нет, то, что должна преследовать эволюция, это правление народа. Угу. Правление народа, власть народа, то, что называется, скажем, вот буквально словом демократия. Угу. Что, какие это формы примет? Скорее всего, это примет, видимо, все-таки форму диктатуры, но должна диктатура быть, видимо, национально-патриотической. Угу. Это единственное, сейчас я не знаю, это просто. Ну, иначе невозможно. То есть страна какой-то лидер должен. В стране находится хаос. Страна погружена в хаос, в разложение. Для того, чтобы навести порядок, нужна определенная иерархия, определенная структура. Да, разумеется, на первых порах диктатура, видимо, необходима. Но диктатура должна быть сил наших, сил солнечных, праведных и так далее. То есть должна восторжествовать идея над экономикой, над реальностью. Должна восторжествовать культура, слово культ. То есть идея надличностная, надэгоистическая. Что собой представляет демократия сейчас, это идея личностная и относительная. Каждый сам по себе, правда единой нет. Что этому противостоит? Это единая правда, единая глобальная идея, которая объединяет народ, а не разъединяет. То, что сейчас происходит, вот у меня последний год называется «100 лет одиночества». То, что сейчас происходит, это 100 лет одиночества, тысячи лет одиночества. Это разложение на одиночных каких-то граждан. Все, что мы должны делать, это объединить, объединить народ. Любыми идеями, национальными, каким угодно. В этом смысле баркашовцы, кто угодно, фашисты, коммунисты, кто угодно. Те люди, которые оперируют идеями надличностными, надэгоистическими. Это люди отстаивают ценности вот сейчас, любые совершенно, там, анархические угодно, солнечные идеи, жизненные идеи, жизнестойкие. Вот. Поэтому, по этой причине мы сейчас воюем и работаем единым фронтом и с националистами, и с фашистами, и с коммунистами, потому что мы сейчас выступаем единым фронтом против единого общего врага, против смерти. У тебя дети есть? Нет, нет. А ты представляешь, что будет с ними, если начнется война? Да, представляю. Да, представляю. Я очень осквернил очень много друзей, самых близких друзей. Могу сказать, что все близкие мои умерли. Вот на этой войне в течение последних вот лет. Так. Хорошо. Так, поэтому да, журналисты надо прикончить, сворачиваться, заканчивать. Долго. Его это причине отчасти, вот то, что, скажем, мы делаем, это месть за эти смерти, потому что они убиты совершенно точно и цинично. Вот определенной вот этой волной, эманацией вот этой энергии, которая пошла в этих стройках, это совершенно однозначно. Вот. Это люди, которые не выдержали цинизма, который в обществе пьянка, и Башлачев, и Селиванов, наш гитарист. У меня очень много друзей погибло за эти годы, и у брата моего он схоронил. Причем люди кончают самоубийством, потому что у них не хватает сил противиться этой мрази, которая просто сейчас вот, и от телевидения кончая просто реальностью жизни вот, на улице вот сейчас. По этой причине, вот, мне вот просто задали вопрос сильно моего сына. Если бы у меня были дети, я бы их воспитал так, чтобы они с автоматом в руках были бы способны пойти на баррикады и быть убитыми в первом же бою. Потому что те ребята, я знаком с баркашовцами, те, которые на баррикадах воевали, с ними вот лично вот, с ними знаком, разговаривал, это люди, которым есть за что умирать, совершенно точно. Они шли на смерть, они были готовы умирать. Это люди, стало быть, которым есть ради чего жить. Это люди твердые и живые. Вот ты упомянула, а вот по поводу Янки, не мог бы ты прояснить просто от недостатка информации, что же там все-таки установили? Нет, это было самоубийство. Точно, да? Да. Причем она давно его готовила, сделала совершенно сознательно, оставила смертную записку, написала всем письма. Информация была совершенно... Янка здесь ни при чем. Да нет, я... Егор, а как же... Мнение. Если была Янка жива, она была бы сейчас с нами в одном строим. Как же мнение народа? То есть пойдет ли народ? Народ, таким... народ вот в зале вот тут. Народ пойдет. Ну, кроме этого народа еще есть, как сказали, 100... а еще есть обыватели. Лишний миллион. Так, а что будет с обывателем? А обыватели, как обычно, они будут сидеть за окнами и смотреть, кто победит, как это было в октябре.
Я ходил просто по Калининскому, люди подходили и просто смотрели, кто там побеждает, кого там, кто там, Русской побеждает. О, там уже побежали за красными знаменами. Вот и все. Эти люди будут ждать, кто победит. Расклад сил совершенно точный. Этих людей 90%, скажем так. Что все представляет народ, это именно, вот, скажем, те люди, которые берегут истинную культуру. Это люди, которым есть ради чего жить и ради чего умирать. Это и есть народ. Вот. А обыватели это 80%. Эти люди, вот, Дугин очень правильно про них написал в одной из статей в газете «День», что после октябрьских событий они сами, люди, которые сидели, там, ели плов, жрали кофе, там, я не знаю, выпивали, смотрели телевизор, когда расстреливали Белый дом. После этого с этими людьми они подписали уже изначально смертный приговор. С ними можно делать все, что угодно. Их там убивать, насиловать, все, что угодно. Это люди уже, которые вышли за грань человеческого. Они на их глазах убивали, насиловали, там, предавали, делали все, что угодно, и не сидели, и остались как, такие же, какие были, как вот у меня в песне это поет. Вот и все. Игорь, а стоит ли тогда воевать за такого обывателя? Мы его не воюем, мы воюем за него. Но если он все равно будет продолжать не жить и в той стране, в которой вы построите... А мы ради него, а мы ради него не воюем. А зачем же тогда умирать? Ради кого? Пойти мы воюем за определенные идеи, за родину, за солнце, за правду. Может быть, это недостаток личной силы, что надо как-то самоутверждаться путем... А не надо самоутверждаться? Не о том ты говоришь. Никакого самоутверждения, мне не зачем самоутверждаться, понимаешь? Я самоутвердился в 16 лет. Надо утверждать другие ценности. У меня есть определенные ценности, ради которых я, скажем, могу убить и могу умереть. Вот, и все. Вот ради этого мы и воюем, собственно. И мы не одиноки в этом. Нас очень много, и с каждым днем становится все больше. Я уверен, что после вот этого концерта еще больше станет. Егор, а как с Серегой ты общаешься с братом? Да, он полностью у нас, в Москве у нас полный консенсус по всем. Почему он не пришел на концерт? Он сейчас находится в Швейцарии, он уехал. Он полностью поддерживает наши взгляды, и он был бы на этом концерте, даже поиграл. Егор, мы с ним полностью совершенно единый взгляд. Вы классный музыкант, саксофонист. А ваш план на будущее какие? Мы будем записывать, видимо, осенью этого года новый альбом «Родина». У нас уже готов материал, все. Вот будет запись. И будем участвовать во всех акциях вот подобного плана, во всех концертах и так далее. На все приглашения из всех городов мы отвечаем согласен. Записывают опять дома, Егор? А согласие вы уже получили, да? Да. Помните, да? Что? Не, ну сейчас ситуация такая, вот в Москве нам не удавалось сделать ни одного концерта, потому что все залы отказались от концерта. Большинство залов. Ну вот в частности был ДК имени Горького. Да, после погрома там и так далее. И сугубо по политическим мотивам. Ну, в Москве понятно, что такой город коррумпированный сугубо. Вот. А по стране вот мы ездили, вот в Ростове играли, в Киеве, в Луганске и так далее, в Тюмени. Вот. Там полный зал, народ приходит, все понимают, все радуются. То есть это, людям это надо. Вот. Более того, люди изначально уже знают, каких мы взглядов придерживаемся, приходят с разными флагами на концерт и так далее. Так что, то есть, процесс идет. Егор, а что бы ты мог пожелать солнечногорским телезрителям? Солнечногорским телезрителям, а себя лично, что бы ты мог пожелать? Лично? Да. Не терять совести и не поддаваться унынию. Потому что то, что сейчас происходит, оно навевает чудовищный упадок силы уныния. Пораженческое настроение в обществе сейчас старит. Вот. Нужно скрепиться, набраться терпения и делать дело. Может быть, в Мали, как угодно, понемножку. Скажи то, что угодно, хотя бы, допустим, внутренне, скажем, про себя, к этому всему противостоять, то, что происходит. Говорить нет. Вот. А по максимуму воевать, делать все, что можно. Листовки, собирать дружины, не знаю. Самое главное, это творчество. То, что мы сейчас делаем, политика, это творчество. Творчество есть как песенное, какое угодно. Творчество может быть творчеством массы, вот, политическое. Ну, то есть, это все, что мы делаем, за нами стоит, скажем, творческая вот, энергия, творческая сила. Поэтому мы согласны сотрудничать и привлекаем всех живых, творческих людей, кто что может. С мира по копеечке, кто чем может там вообще, так сказать. Присоединяйтесь, помогайте. Спасибо. Да. Так, общий сбор, где у нас листок? Где наш хозяин? Суров был очаровательный свисток. Что написать? Наташа. Еще.
Когда пришли концерты? Второго года акустика, а третьего электричества. Этого года еще? Да. Кирс ничего не знает о нем? Да не знаю даже, он не в курсе, от него не знает. Он не знает? Я даже сам не знаю, как это делал. Ну, второго, третьего, да, второго точно, да. Второго, ну, мы с Ромычем, со старшим. И перебиваю еще один вопрос. Давайте все вместе создавать. Потому что это каждый, а ребята, наверное, сами. То есть я просто, то есть на концерте сейчас слова включили? Я ужасно хотел просто спросить. А начал я не с той строчки, то есть сразу запел. Так, Егор, нам надо выходить. Сейчас Егор, нам надо уходить. Мы очень сильно всех задержали. Ой, давай сейчас успокоимся. Егор, одевайся, собирайся все эти вещи. Нам уже разгонят. Наш юный друг. Мы получили розыск, нам надо уезжать. Мы очень сильно задержали. Только не здесь. Я могу только на задней странице. Это не мои стихии, мы были знакомы. Я надеюсь, мы кто-то кого-то сохранили. Да, это хороший значок. Такой незаподобности. Все, девчонки, извините, нам надо выезжать. На память змею, чтобы из нее был яд. Чтобы у тебя было врачевать.